Приветствую вас на своем канале. Сегодня готовим меренговый рулет. Готовим меренгу. К белкам добавляем соль и взбиваем. Постепенно добавляем сахар и продолжаем взбивать до его растворения. Добавляем лимонный сок и взбиваем еще минуту. Меренга готова. Меренгу выкладываем на пергаментную бумагу и равняем. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 150 градусов 40 минут. Проверяем готовность меренги. Если пальчиком нажимаем, хрустит, значит готово. Накрываем меренгу вторым листом и вытаскиваем. Снимаем бумагу и даем остыть. В
миску кладем сыр маскарпоне и сахарную пудру. Взбиваем. Постепенно добавляем сливки. Наш крем готов. Меренгу смазываем кремом и заворачиваем в рулет. Отправляем в холодильник пропитаться на 1 час. Достаем рулет из холодильника, нарезаем на кусочки и подаем к столу. Желаю всем приятного чаепития и до новых встреч!